Здравствуйте, уважаемые игроки и зрители моего канала. Мы продолжаем с вами проходить Skyrim. В прошлой серии мы начали свое приключение, путешествие от Трифтона и смогли доехать только до Рорикстеда. Сегодня нам надо доделать уже наконец наши дела. Ладно, но для начала надо переночевать. Если тебе что-то нужно в Рорикстеде, сначала поговори с Жуаном. У меня важный груз. Нет времени болтать. Но я не могу не спросить. Если нужна еда или комната, у меня есть и то, и другое. Давай сначала посмотрим, что у тебя есть поесть. Для жаждущих, пища для голодных. Пища. У меня хлеб закончился. Ну ладно. Давай мы тебе продадим. Блин, ничего не продадим. И зелье тоже не продадим. Ладно, давай поспим. Хорошо. Она твоя, Надя. Интересно, что безмозглый олух вроде тебя. Я покажу тебе свою комнату. Сюда. Давай, показывай. У меня важный груз. Нет времени болтать. Ну чё ты застрял? Показывай комнату. У меня важный груз. Нет времени болтать. Дай мне знать, если похоже, тебе еще что-нибудь нужно. Нам везет больше, чем соседним деревням. Везет? Да. Так, ладно, давайте поедим. Что у нас тут есть? Стейк. Помидорка. Нет. Может, ты и прав. Даже если так, меня не оставляет мысль, что... 9 часов вечером. Давайте часиков 10 поспим. Так, помогает отлично. Какая-то потусторонняя сила. Что тут у них бардов нет? Никого. Давайте здесь вот сядем у костра. Не костра, а очага. Собака. Так, ладно, вот это съедим. Морковку, яблоко. Помидорку. Морковку, яблоко и помидорку. Да. Так, где мы оставили свою коняшку? Ты дождешься здесь. Пошла, родимый. Вперед. Нам надо куда-то налево. Давай рискнем, фиг ли делать. Посмотрим, что здесь интересненького есть. Может, срежем даже. Ага. Интересно, это волки. Волки. Так, что они на нас не отреагировали? Бежит собака сутулая. Ладно, фиг с ним.
привязался, так и движется. Так, какой-то форт. Старый, заброшенный. Так, может, проедем мимо? Может, никто на нас не сагрится? О, блин, нифига себе. Наши друзья-то могут, может, проскочат. Чувак, зря ты туда идешь. Там изгои водятся. Мы заехали в какую-то деревню. Тут шахта, там шахта. Ой, блин. Пойди, одна дорога. Ну, еще куда-то не в те края. Сюда. Ладно, может, как-нибудь можно горы обойти. Ох ты, господи, все черти просто полный. Кто такой вообще? Че надо, а? Каджип. Он еще и лечится. На, кошачья рожа. Фига себе, чуть не заболел меня нафиг. Много кошачья рожа. Ух ты. Не вижу. Как всегда, моего напарника нет рядом. Опять не туда еду. Нам вообще надо в другую сторону, получается. В этих горах, блин, сам черт ногу сломит. Пробуй разберись. Нам надо вдоль реки ехать. Не вдоль этой реки, а вдоль другой. Самое смешное то, что там, по-моему, даже нету этих тропинок. Так, вот мост. Мы съезжаем с тропы. Едем. Твою дивизию. Едем как-то так.
Ух ты, книжка. О, блин, здоровый Гризи Краб. Так. Блин, я сейчас опять куда-нибудь нарвусь. Ого, еще и дракон прилетел. Ну зашибись просто. Еще и морозный дракон. Ну, просто счастье какое-то. Где он? Где эта курица? Ох ты, блин. Еще и крабы кусаются. Уйди ты, нифига какой ты здоровый. Где эта курица летает? Нет. Иди сюда, ящерица. Трогай мою собаку. Трогай мою собаку. Блин. Драконобой нам был пробовать. Где он сейчас? Будет кружиться. Давай садись в унитаз. Болезни. Давай, добивай. Ух ты, зараза. Угу. Так, это болезни, тимптом. Генерация здоровья тоже не то. Да давай уже тебе, господи. Все, убил его нафиг. Курица тупая. Где моя лошадь? Где моя бедная конешка? Куда моя лошадь? А, вон она. Вечно ее теряю. Постой. Чё тут? Напарника, как всегда, моего нету. Где вот тут вот, черти носит опять? Как тебе на лошади прискакал. Так.
Тебе не попадался полный мешок двемерских гироскопов? Честное слово, вот прямо тут оставила. Может, его крабы утащили? Я одного тут видела вчера. Не удивлюсь, если он за мной сюда приполз. Поищи тут вокруг, ладно? Изран попросил найти тебя. Изран? Меня? Ну нет, тут явно какая-то ошибка. В нашем последнем разговоре он исключительно ясно дал понять, что в моей помощи совершенно не нуждается. С трудом верится, что он передумал. Перед моим уходом он наговорил мне кучу обидных слов. Так или иначе, мои нынешние занятия меня более чем устраивают. Поэтому, если это все... Так. Ваши пути же разошлись. Ну ладно. Вампиры угрожают всему Скайриму. Нам нужна твоя вампиры? Помощь. Серьезно? Ха. Я полагаю, теперь он припоминает, что я в свое время представила как минимум 3 различных сценария, как вампиры могут расправиться с местным населением. Так, ну и что они натворили сейчас? Они владеют древним свитком. Так. Ну и зрано этим спокойно. Я вот этого, по правде говоря, и предположить не могла. Интересно. Не знаю, что они собираются с ним делать, но тут Изран прав. Ничего хорошего от них ожидать нельзя. Ладно. Как минимум, не помешает выяснить, что там происходит. Хотя бы из соображений самозащиты. Но я не могу просто так бросить то, над чем тут работаю. Результаты слишком важны. Мне нужен хотя бы один двемерский гироскоп в рабочем состоянии. Так что мне нужен или кошель, который утащили грязевые крабы, или просто гироскоп. Неважно откуда. У тебя случайно нет гироскопа? Так, у нас нет времени, нужно идти сейчас же. Ладно, ладно. Но забыть об этой работе я тоже не могу. Такие интересные применения. Ну и куда мне следует отправляться? Встретимся у форта Стражи Рассвета. А, я смотрю, он все обустраивает свое тайное укрытие. Было бы любопытно взглянуть, что получилось. Я скоро здесь закончу и выдвинусь в том направлении. Там и увидимся. До встречи. Так. Вернуться к Израну. Так, к Израну мы вернемся чуть позже. Нам надо ехать по другим делам. Где моя лошадь? В какую сторону надо ехать-то? Блин, конечно. Не издевайся надо мной, господи. Куда-то туда. Ладно, объедем здесь. Повернем сюда. Повернем так. Потом все время прямо, прямо. Там с кем дерется. Что-то не пойму. Кого-то раздербанили, что ли? Пойдем-ка. Разберемся с этими изгоями. Какие они вроде не агрессивные. Орк-охотник, орк-охотник. С орками дрались. Я тебя предупреждаю, уходи. Не шагу больше. Ладно, пошли. Видимо, орки-охотники к ним на территорию забрались. Так, 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 так. Ладно, надо посюда. Че, мы через эти горы проскочим? Или нет? Не, слишком крутые.
придется обходить. Оба-на, тут уже лагерь изгоев. Так что поаккуратнее. Так, они нас пока не огрятся. Блин, волки. Волки достали уже. Ой, еще и медведь. Еще волки. Да блин, тут целый зверинец просто. Ладно, давай разберемся с медведем. Трогаемую лошадь скакнем. Вчера метис проглотил. Этот золото съел. Поехали дальше. Мы, получается, выехали к драконьему мосту, да? Блин, перцы. Ладно, фиг с ним. Государственные... Да блин, чё вы лезете-то под руку, а? Где там еще один? Ты че, сволочь такая? На собаку мою кидаешься. Ну, давайте, ешьте его. Ты лошадь. Ладно, поехали. Так, не сюда. Постой, вон туда же нам как-то надо. Тут есть проезд какой-то.
по-моему, должен быть. Или нет? Что-то сегодня вообще, блин. Ладно, вроде там есть проезд. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных, их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Полетели. Время возвратить мое сияние в Скайрим. Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Хуже того, силу для своих преступлений он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Так, похоже, у меня выбора-то нет. И сделают. Конечно. Я ведь приказала тебе. Да. Теперь вступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Малкаран заставил ворота закрыться. Но это мой храм. И он повинуется моей воле. Я пошлю луч света. Проведи этот свет через мой храм и его двери. Отворяться. Ой. Так, что нам надо делать-то? Нам надо войти в храм. Так, тут я упаду. Пусто, пусто. О, что-то есть. Ой, у меня 60. Надо будет поделиться. Так, сам. Адепт. Иди, я за тобой. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Да. Ну-ка, забирай драконьи кости. Че еще тут? Сфера. Серебряная руда.
Что из оружия есть? А, ну из одежды. Тяжело, это тоже все. О, блин, нафига тебе эту маску дал. Ну-ка. Давай ступать осторожно. Ух ты, 75 золота. Всех. С какой стороны зайти? А, неважно. Так. Фига себе, 100 золота. Грибочки. Ну-ка. Вот, слушай. И обратно, так. Как говорится. Кое-что. Продолжай. В чем дело? Чего ты хочешь? Ух ты, понимаете. Как скажешь, так и будет. Молодцы. Как скажешь, так и будет. Веди, я за тобой. А, блин. Давай, ступай. Можно. Ой, пустой. Чё, ну никак не проскочить, да? Собака тупая, ты под руку лезет. Тебе что здесь оставлять? Блин, там что ли остался?
что, здесь будешь стоять, что ли? В Обливион и обратно, как говорится. Доведёт нас Хист. А нет, идет, ну все нормально, значит. Выкать тебе кое-что. В Обливион и обратно, как говорится. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Так, оружие. Это забирай. Это забирай. Лукоходы, рычмеч. Так, ты тебе не дам. Давай ступать осторожно. О, собака не есть под руку. В имперский город заскочить. Ах ты. Ты, ну, кто тут тело не боится? Да блин, чё блин, ребята? Корявые все такие. Нужен ключ. Где его взять? Ах ты, зараза, промазал. Ну-ка. Пес, уйди. Ах ты, собака, сейчас упаду. Где-то должна быть цепь. Что я здесь не видать? Ладно, фиг с этой цепью. О. Ох. Где-то совсем рядом. Нет. О, нашел. Отлично. И звон повысился. Так, что у нас открылось? Чашка. Чашка, ложка. Ой, собака. Ух ты, дверь открылась. Так.
сундучок. Блин. Так, ладно. Да где... Ох ты. Что тут? Сопротивление огню. Всякая ерунда. Погнали дальше. Так. О. Ой, пустой. Блин, как нацелиться на тебе? Так. Чуть-чуть попал. Опять промазал. Да блин. Блин. Смотри. Чё за нафиг? Чуть-чуть. Столько времени париться. Сейф. Сто сейф так открывается. Ух ты, зараза, упал. Ты трогай мою собаку, ты. Блин, собака. Чуть тебе не покрасал. Как-то тут не сделали. Thank you.
опять что ли оттуда надо бежать? Блин. Погнали опять. Да иду я, иду уже. Ну куда вы? Самое главное опять не промахнуться. Хотя, блин, почему тут промахиваться-то? Нужно сделать так. Ого. Красный орел, что ли? Что-то не успел. Посмотрите. Ладно. Новичок. Да и понумать. Чего там убили? Ну-ка. Да господи ты, отойди уже. Ладно, там все равно кроме оружия у него нифига нет. Восемь уже у меня. Хватит подбирать аккуратно. У них там по сотне золота. Блин, надо повысить что-нибудь. Так, здоровье запасил. Ой, запасил по 8. Удовство, так, алхимия, красноречие, ну как красноречие, чё? Так, можно здесь повысить у нас торговлю, очарование, купец. Можете продавать любые предметы любым торговцам. Ну вот, ладно, фиг. Я хотел посмотреть, там взлом, скрытность, легкая броня, стрельба, тра-ля-ля. Не то, не то, не то. Вот кузнечное дело 67. Мне здесь надо 70 стеклянные доспехи. Потом идут драконьи доспехи, сотка. Еще дофигища. Пусто, тут что-то есть. Угу. И куда нам сейчас деваться? Кто подскажет, кто расскажет, наверное, сюда. А, задело. Блин, здесь ничего-то нету. Ой, я, кстати, не видел эти посудины. Вон там посудину. Она все пустая. Блин, опять упал. А, дверь открылась. Да.
Понятно. Чего ты не откроешься? Вот так вот. Жди здесь. Да что за нафиг? Все кончено. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. А где ты здесь? Говорили. Есть. Ну-ка, иди сюда. Крикну еще раз. Ой, извини. Обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Так. Я сохраню меч. Так, кстати, царь. Так, веры. Иди кого-нибудь еще. Я использую этот меч, чтобы прославить тебя. Пусть свет уверенности ведет тебя. А, нифига, она меня вон куда закинула. Я хотел еще там сходить, посмотреть. Там перегружены. 71. Там же дофига еще всего было. А, вон там
будем там, наверное, сейчас идти. Да по идее, что нам нафиг не надо. Главное, чародеи этого победили. Ой. Поехали, сейчас тогда слетют, там отдохнем. Ух ты, гнеха. Сюда! Что-то мне у него глаза не нравятся. Ну вот. Так, ну-ка. Как раз возьмем. Сейчас где-то синий. А, вот оно. Вампир долбанный. Ой, я его убил. Стендером. Да, ребята. Прах вампира. И опять моя лошадь. Днем с огнем ее не оттыщешь. В лошади. Так, мы тут. А, вон. Вампир. Завтра уже отслечу, да, поедем обратно. Чего мы нарвались на вампиров? Не двигаться! Приказ ярла! Угу. Так. Так, поймали я. Заплачу штраф 40. Молодец. Золотых. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Да, конечно, пожалуйста. После уплаты штрафа. Ну ладно. Пойдемте отдохнем. Ой, что-то мы туда куда-то прибежали. И у них тут выход-то. Оба-на. Солдаты с кем-то воюют. С вампирами. Это не вампир, это какое-то пушечное мясо. Говорят, вампиру стоит тебя хотя бы поцарапать, и все. Ты уже вампир.
атаки двуручным оружием. Это интересно. Где цель? Это та эльфийка, что ли? Фига, ее убили. Так, где тут... А, он смеющийся крыс. Угу. Нравится делать луки. Сложно и временами даже немного скучно. Но хорошая стрела разит врага подобно молнии гневливого бога. Так. Добро пожаловать в смеющуюся крысу, друг. Давай посмотрим. Давай утолим твой голод. Что нужно тебе продать? Так, одежда. О, ты шмотки продаешь. Без пищи есть. Хлебушек. Так, или у меня полно. Свитки. На, забирай. Так, 25. Лук тоже забирай. Двадцать девять. 40-42. Не знаю, если улучшить. Хорошо. Она твоя, Надя? Я покажу тебе твою комнату. Показывай. Папа говорит, что я больше не увижу Роквера, но не говорит, почему. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Угу. Че ты не уйдешь? Брось сюда. Ладно, фиг с тобой. Сейчас посижу, поем, спать легу. Так. Пища. Фитца выпить. Следующую песню я посвящаю Давакину, спасителю Скайрима. Так, 12 часов. Часов до 7 поспим. Ильев размах, что полнеба накрыл. Бойся и прячься, идет Алдуин. И пасть его бездна, как сажа черна. Угу. Так, веденки съем. Меду выпьем. Вот это яблок еще. Немало селений спалил он дотла. Где же герой, что спасет нас от бед? Ужель во всем свете рыцаря нет? И радости песнь захлебнется в край. Так, одна. Жаль, Рогвера казнили до нашего приезда. Хищница. Мне нравится делать луки. Сложно и временами даже немного скучно. Но хорошая стрела разит врага подобно молнии гневливого бога. Так, чё, где кузнец-то? Вот кузнец идет. Я не пойму, где у нас собака? Чё, погибло, что ли? А я не заметил. Если так, то это фигово.
Давай уже иди быстрее к своей кузнице. Веди, я за тобой. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Так, так. Лук охоты. А, ручей боевой топор. Так, ты пока тебе оставлю. Доведет нас Хист. Когда братья Бури захватили Солитью, я думал, что все застопорится. Погляди. Так, давай-ка тебе продадим все лишнее. Блин. Ладно, чуть вести. Кожа. Заходи, если понадобится оружие. Наверняка. О, так, ты знаешь множество чудесных историй, но боюсь, у меня нет времени их слушать. Ну-ка, ты чайный камень дай ко мне. Свет эбонитовый. Ой, эбонитовый след, так он у меня есть. Так. Да. У меня есть хороший доспех. Да все, что доброму воину нужно. Так, увеличит сопротивление огню 50. Так, разное. Да у тебя уже ничего нет. Ладно. Береги себя. Зайдем. И всегда носи доспехи. Потом. Кузня. Ладно. Сюда одну зайти. Это мастер приготовления луков. С другой стороны, прикольно то, что можно. Сейчас каждому. Возможно, я и кажусь лихим рубакой, но, как по мне, дипломатия лучше войны. На кого ты охотишься? Неважно. Пожалуй, лучше не знать. Чё тебе есть из луков? Да, луков дофига. Так, 18. Давай тебе. Так, охота, сияние, рассвета. А вот это забирай. Блин, чё-то у меня этих стрел дофига.
зелье. Вот зелье регенерации здоровья болезней. Так, катка невидимости, это мне не надо. Может, еще увидимся. Пойдем сходим еще в химическую лабораторию. У меня есть одно небольшое дельце. Так, где у тебя? Можно химией позаниматься. Так, что у нас там еще чего-то есть? Ингредиенты, ты и вот это все ел. Прах вампира, 5 сердца Дейдра. Проверить запас корня мандрагоры. А как он выглядит? Добро пожаловать в ароматы Анжелины. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Угу. Обновление здоровья. Колдовство мне не надо. Решение навыка тяжелой броня. Здоровье запас сил. Изни. Посмотрим, может, что-нибудь можно зарядить. Так. Че, выбросил? Заряд-то ты. Так, подожди, 42 тут 40. Так. Пойдем-ка. Ого. Фрукты только что. Рыба. Есть. Погляди. О, 300. Сейчас мы тебе как раз продадим. Гранаты, аметисты. Кожа. Ты тут. Наступили опасные времена. Береги себя. Белое яблочко не желаешь? Все, что есть, все на прилавке. 56. Ладно. Возвращайся, как только решишься потратить пару монет. Быть может, найдешь пару минут. Да вот все, что видишь тут. Тоже 59. Ну ладно. Удачи тебе. Нынче путешествовать по Скайриму опасно. Привет. Меня зовут Гисли. Но ты можешь звать меня сестрой Эрикура.
все так и он делают. Все косичные вроде. Так, давай посмотрим. В Обливион и обратно. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Так, чего тебе еще забрать? Ладно, фиг с тобой. Давай ступать осторожно. Прошу простить. Знаешь, у тебя такой особенный взгляд. В точности, как у моего Бея. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделушки. Так, ну-ка. Шмотки всякие, стоп, кольцо. Не то, так, увеличивает сопротивление электричеству. Нет. Так. Ладно. Кстати, что стрел? Кахоты. Так, здесь что не надо. Вот. Зелье пищи, ингредиенты. Давай я тебе вампиров отдам. Так. И то не хватает. Ну ладно, фиг с вами, со всеми. Во всякой всячине тебе всегда рады. Смотри-ка, что у меня тут. Мечи всякие лежат. Ну ладно. Все, уходим из этого города. Уже продали все, что можно. Сейчас еще картофан сдадим. Шмотки валяются. А, наверное, с прошлого раза валяли. Ладно, подберем лишний. Блин, а где у меня собака-то, интересно? Сдуху, что ли? Ладно, сейчас быстро туда сбегаем, посмотрим. Так, коняха, стой пока здесь. Сейчас я продам еще кое-что. Если ищешь, где подзаработать, нам как есть честная плата за честную работу. Славного денька. Картошки сейчас посмотрим, что у нас с собакой. Приближаемся. Странно, нет никого. Может, получается здесь. Да, мы здесь вот спустились, проехали сюда, никого не осталось, даже собаки наши нету. Ну ладно, фиг с ней, потерялась. Стоять. Ладно, будем заканчивать на сегодня. Всем всего доброго, до скорых встреч, пока. Thank you.
А, нет, идет, ну все нормально, значит. И обратно, как говорится. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Так, оружие. Это забирай. Это забирай. Лукоходы, ручмич. Так, ты тебе не дам. Давай ступать осторожно. О, собака не лезь под руку. Придется еще тогда в имперский город заскочить. Ах ты. Кто тут пилом не боится? Да блин, что блин, ребята? Кривые все такие. Пусто. Тут что-то есть. Нужен ключ. Где его взять? Ах ты, зараза, промазал. Ну-ка. Пес, уйди. Ах ты, собака, сейчас упаду. Так. Пойдем-ка. Ого. Фрукты только что. Рыба. Есть. Погляди. О, 300. Сейчас мы тебе как раз продадим. Гранаты, аметисты. Кожа. Ты тут. Наступили опасные времена. Береги себя и... Белое яблочко не желаешь? Все, что есть, все на прилавке. 56. Ладно. Возвращайся, как только решишься потратить пару монет. Быть может, найдешь пару минут. Да вот все, что видишь тут. Тоже 59. Ну ладно. Удачи тебе. Нынче путешествовать по Скайриму опасно. Привет. Меня зовут Гисли. Но ты можешь звать меня сестрой Эрикура. Все так и делают. Все косично уже. Так, давай посмотрим. В Обливион и обратно. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Так, что тебе еще забрать? Ага.
нафиг с тобой. Давай ступать осторожно. Прошу простить. Знаешь, у тебя такой особенный взгляд. В точности, как у моего Бея. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделушки. Так, ну-ка. Шмотки всякие, стоп, кольцо. Не то. Так, увеличивает сопротивление электричеству. Нет. Так. Ладно. Продать уже тут все. Кахоты. Так, здесь ничего не надо. Вот. И лошадь. Ладно, поехали. Так, не сюда. Постой, вон туда же нам как-то надо. Тут есть проезд какой-то. Он должен быть. Или нет? Что-то сегодня вообще, блин. Ладно, вроде там есть проезд. Да. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных. Их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Полетели. Время возвратить мое сияние в Скайрим. Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Хуже того, силу для своих преступлений он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Так, похоже, у меня и выбора-то нет. И сделают. Конечно. Я ведь приказала тебе. Да. Теперь вступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Малкаран заставил ворота закрыться. Но это мой храм. И он повинуется моей воле. Я пошлю... Все время прямо, прямо. Что-то не пойму. Кого-то раздербанили, что ли? Пойдем-ка разберемся с этими изгоями. Все они вроде не агрессивные. Орк-охотник. Орк-охотник с орками дрались. Я тебя предупреждаю, уходи. Ни шагу больше. Ладно, пошли. Видимо, орки-охотники к ним на территорию забрались. Так, 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 так.
Что, мы через эти горы проскочим? Или нет? Не, слишком крутые. Придется обходить. Оба-на, тут уже лагерь изгоев. Так что поаккуратнее. Так, они нас пока не огрется. Блин, волки. Волки достали уже. Ой, еще и медведь. Еще волки. Да блин, тут целый зверинец просто. Ладно, давай разберемся с медведем. Трогаемый лошадь, скакнул. Забирай драконьи кости. Что еще тут? Сфера. Серебряная руда. Что из оружия есть? А, ну из одежды. Тяжелое это тоже все. О, блин, нафига тебе эту маску дал? Ну-ка. Давай ступать осторожно. Ух ты, 75 золота. Всех. С какой стороны зайти? А, неважно. Так. Фига себе 100 золота. Грибочки. Чё тут встали? Купаны. Ну-ка. Ну-ка. Вот, слушай. И обратно, так. Как говорится. Кое-что. Продолжай. Я... В чем дело? Чего ты хочешь? Ух ты, понимаете. Как скажешь, так и будет. Молодцы. Как скажешь, так и будет. Малкаран мертв. Мертвые Скайрима обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета и с ним
выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Так, я сохраню меч. Так, кстати, царь. Так, Вера, иди кого-нибудь еще. Я использую этот меч, чтобы прославить тебя. Пусть свет уверенности ведет тебя. А, нифига, на меня вон куда закинула. Я хотел еще там сходить посмотреть. Там перегружены. 70. Потому что дофига еще всего было. А вон там. Да блин, там, наверное, сейчас идти. Да по идее, что нам нафиг? Не надо. Главное. Чародеи этого победили. Ой. Поехали, сейчас тогда слетют, там отдохнем. Ух ты, конеха. Сюда! Что-то мне у него глаза не нравятся. Ну вот. Так, ну-ка. Как раз возьмем. Сейчас где-то сиденье. А, вот оно. Вампир долбанный. Ой, я его убил. Потому что дофига еще всего было. А вон там. Да блин, там, наверное, сейчас идти. Да по идее, что нам нафиг? Не надо. Главное. Чародеи этого победили. Ой. Поехали, сейчас тогда слетют, там отдохнем. Ух ты, конеха. Сюда! Что-то мне у него глаза не нравятся. Ну вот. Так, ну-ка. Как раз возьмем. Сейчас где-то сиденье. А, вот оно. Вампир долбанный. Ой, я его убил. Стендером. Да, ребята. Прах вампира. И опять моя лошадь.
с огнем ее не оттащишь. Вот ты в лошади. Так, мы тут... А, вон. Вампир. Дверь открылась. Так. Сундучок. Блин. Так, ладно. Да где это? Ох ты, ничего. Что тут? Сопротивление к нему. Всякая ерунда. Ладно. Погнали дальше. Так. О. Ой, пустой. Блин, как нацелиться-то на тебе? Так. Чуть-чуть попал. Опять промазал. Да блин. Серебряной крови. Фиг с ними. С их проблемами. Блин, ничего. Что-то мы заехали в какую-то деревню. Тут шахта, там шахта. Пойди, одна дорога. О, еще куда-то не в те края. По-моему, нам не сюда. Ладно, может как-нибудь можно горы обойти. Ох ты, господи. Все черти просто. Полный. Кто такой вообще? Че надо, а? Каджип? Блин.
ты он еще и лечится. На, кошачья рожа. Фига себе, чуть не заболел меня нафиг. Наглая кошачья рожа. Ух ты. Не вижу. Как всегда, моего напарника нет рядом. Опять не туда еду. Нам вообще надо в другую сторону, получается. В этих горах, блин, сам черт ногу сломит. Пробуй разберись. Нам надо вдоль реки ехать. Не вдоль этой реки, а вдоль другой. Самое смешное то, что там, по-моему, даже нету этих тропинок. Так, вот мост. Мы съезжаем с тропы. И... А, нифига, на меня вон кто закинул. Я хотел еще там сходить, посмотреть. Там перегружены. 71. Там же дофига еще всего было. А вон там. Да блин, там, наверное, сейчас идти. Да по идее, что нам нафиг? Не надо. Главное, чародеи этого победили. Ой. Поехали, сейчас тогда слетют, там отдохнем. Ух ты, конеха. Сюда! Что-то мне у него глаза не нравятся. Ну вот. Так, ну-ка. Как раз возьмем. Сейчас где-то синий. А, вот оно. Вампир долбанный. Ой, я его убил. Стендером. Да, ребята. Прах вампира. И опять моя лошадь. Днем с огнем ее не оттыщешь. В лошади. Так, мы тут. А, вон. Вампир. Не сюда. Ладно, может как-нибудь можно горы обойти. Ох ты, господи. Все черти просто. Полный. Что такое вообще? Че надо, а? Каджип? Yeah.
ты он еще и лечится. На, кошачья рожа. Фига себе, чуть не заболел меня нафиг. Наглая кошачья рожа. Ух ты. Не вижу. Как всегда, моего напарника нет рядом. Опять не туда еду. Нам вообще надо в другую сторону, получается. В этих горах, блин. Сам черт ногу сломит. Пробуй разберись. Нам надо вдоль реки ехать. Не вдоль этой реки, а вдоль другой. Самое смешное то, что там, по-моему, даже нету этих тропинок. Так, вот мост. Мы съезжаем с тропы. Едем. Твою дивизию. Едем как-то так. Ух ты, конечно. О, блин, здоровый Гризи Краб. Так. Блин, я сейчас петь куда-нибудь. Ты говоря, и предположить не могла. Интересно. Не знаю, что они собираются с ним делать, но тут Изран прав. Ничего хорошего от них ожидать нельзя. Ладно. Как минимум, не помешает выяснить, что там происходит. Хотя бы из соображений самозащиты. Но я не могу просто так бросить то, над чем тут работаю. Результаты слишком важны. Мне нужен хотя бы один-две мерзкий гироскоп в рабочем состоянии. Так что мне нужен или кошель, который утащили грязевые крабы, или просто гироскоп, неважно откуда. У тебя случайно нет гироскопа? Так, у нас нет времени, нужно идти сейчас же. Ладно, ладно. Но забыть об этой работе я тоже не могу. Какие интересные применения. Ну и куда мне следует отправляться? Встретимся у форта Стражи Рассвета. А, я смотрю, он все обустраивает свое тайное укрытие. Было бы любопытно взглянуть, что получилось. Я скоро здесь закончу и выдвинусь в том направлении. Там и увидимся. До встречи. Так. Вернуться к Израну. Так, к Израну мы вернемся чуть позже. Нам надо ехать по другим делам. Где моя лошадь? В какую нам сторону надо ехать-то? Блин, конечно. Не издевайся надо мной, господи. Куда-то туда. Ладно, объедем здесь. Повернем сюда. Повернем так. Потом все время прямо, прямо. Что-то не пойму, кого-то раздербанили, что ли? Пойдем-ка разберемся с этими изгоями.
вообще они вроде не агрессивные. Орк-охотник, орк-охотник. С орками дрались. Я тебя предупреждаю, уходи. Не шагу больше. Ладно, пошли. Я хотел посмотреть. Там звон, скрытность, легкая броня, стрельба, траля-ля. Не то, не то, не то. Вот кузнечное дело, 67. Мне здесь надо 70 стеклянные доспехи. Потом идут драконьи доспехи, сотка. Еще дофигища. Пусто. Тут что-то есть. Куда нам сейчас деваться? Кто подскажет? Кто расскажет? Наверное, сюда. А, задело. Блин, здесь ничего-то нету. Ой, я, кстати, не видел эти посудины. Вон там посудину. Где она вся пустая? Блин, опять упал. А, дверь открылась. Да. Так, на. Ну, что ты не откроешься? Вот. Жди здесь. Так, 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 так. Бегай себе. Не стоило сюда приходить. Иди, иди и сразись. Что наши друзья-то могут, может, проскочат? Чувак, зря ты туда идешь. Там изгои водятся. Блин, ничего.
Что-то мы заехали в какую-то деревню. Тут шахта, там шахта. Ой, блин. Пойди, одна дорога. О, еще куда-то не в те края. Сюда. Ладно, может как-нибудь можно горы обойти. Ох ты, господи. Все черти просто полные. Кто такой вообще? Че надо, а? Каджип? Он еще и лечится. И где-то должна быть цепь. Что здесь не видать? Где-то совсем рядом. Нет. О, шел. Отлично. И звон повысился. Так, а что у нас открылось? Чашка-ложка. Ой, собака. Ух ты, дверь открылась. Так. Сундучок. Блин. Так, ладно. Да где? Ох ты. Ничего. Что тут? Сопротивление к нему. Всякая ерунда. Погнали дальше. Так. О. Ой, пустой. Так, похоже, у меня и выбора-то нет. Я сделаю это. Да. Теперь ступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкорана. Малкоран заставил ворота закрыться, но это мой храм, и он повинуется моей воле. Я пошлю луч света. Проведи этот свет через мой храм, и его двери отворятся.
Ой. Так, что нам надо делать-то? Нам надо войти в храм. Так, тут я упаду. Пусто, пусто. О, что-то есть. Ой, у меня 60. Надо будет поделиться. Так, сам. Адепт. Иди, я за тобой. Ты хочешь, чтобы я что-то понес? Да. Ну-ка, забирай драконьи кости. Что еще тут? Сфера. Серебряная руда. Ох ты, зараза, упал. Ты трогай мою собаку, ты. Блин, собака. Чуть тебе не покрасал. Вот тут мы сделали. Опять что ли, оттуда надо бежать? Блин. Погнали опять. Да иду я, иду уже. Ну куда вы? Главное опять не промахнуться. Хотя, блин, чем тут промахиваться-то? Нужно сделать так. Ого. Красный орел, что ли? Что-то не успел. Посмотрите. Ладно. Новичок. Да и пону мать. Ой, пустой, что его там убили? Ну-ка. Да господи ты, отойди уже.
Ладно, там все равно кроме оружия у него нифига нету. Ни шагу больше. Ладно, пошли. Видимо, орки и охотники к ним на территорию забрались. Так, 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 так. Ладно, надо посюда. Че, мы через эти горы проскочим? Или нет? Не, слишком крутые. Придется обходить. Оба-на, тут уже лагерь изгоев. Так что поаккуратнее. Так, они нас пока не огрется. Блин, волки. Эти волки достали уже. Ой, еще и медведь. Еще волки. Да блин, тут целый зверинец просто. Ладно, давай разберемся с медведем. Трогаемый лошадь, скакнул. Вчера метис проглотил. Этот золото съел. Угу.